В Муроме танцевали вальс Победы, а в город съехались лучшие творческие коллективы области. На празднике танца побывала Елена Петрова. Праздник танца, весны, победы. Помимо 10 наших, на областной фестиваль в Муром съехались творческие коллективы из Владимира, Коврова, Гуся Хрустального, Юрьев-Польского и других городов области. Все эти ребята, они будут танцевать в честь наших ветеранов. И я думаю, что это очень правильное и хорошее начинание нашего губернатора Александры Орловой, потому что через такие уроки наша молодежь и будет впитывать в себя нашу историю и наш дух победителей. Как и заведено, Муром принимал своих гостей радушно. Зал был полным и на овации не скупился. Муром как принял на ваш взгляд? Замечательно. Я в Муроме лично сам не первый раз, то есть замечательный город с своими культурными традициями, поэтому всегда приятно сюда приезжать. Концертные программы, посвященные юбилею Великой Победы, проходят в разных городах региона. Времени на отдых практически нет. И тем не менее, это большая честь таким образом выразить свою признательность тем, кто воевал, и тем, кто не вернулся из боя, считают участники фестиваля. Дети у нас очень ответственные, тем более к этому празднику. Праздник для нас, для всех святой. То есть все мероприятия, что проходят под эгидой этого праздника, то есть беспроблемно ездим, участвуем, несмотря ни на усталость. В преддверии праздника настроение очень хорошее, патриотическое. Нам все очень нравится. 70-летие Победы – это большой праздник для нашей страны. И мы стараемся очень хорошо выступить, много репетируем. В каждом номере своя драматургия, и все подчинено одному. Мир, каким мы его знаем и любим, достался нам невероятно большой ценой. Ценой жизни миллионов людей. Конец войне положила Победа. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром.